поддержка против насилия, который был огромный скандал в Голливуде с Харви Мирамакс, который долгие годы домогался до разных актрис, моделей, и вдруг все заговорили, все рассказали свои истории. Могу сказать, что я тоже его встретила. Но когда я встретила в Лос-Анджелесе, он практически накидывался на меня. Да, действительно, настоящий случай. Немножко, я думаю, нездоров в психическом плане. Вот сейчас я на каждый ивент должна надевать черное платье. На Golden Globe, на Бафту. Это самое престижное мероприятие в Англии. Я думаю, что на Оскар тоже, может быть, даже Каннский фестиваль. Потому что очень много женщин пострадало от этого негодяя. Акция эта называется Time's Up. Но я очень надеюсь, что она скоро закончится, потому что неприятно видеть всех в черном на таких мероприятиях, как будто, знаете, на поминки собрались. Именно поэтому сегодня выбрала серебристое платье на красную дорожку. Ну а сейчас уже, конечно, сделала.